В зале Иркутской филармонии собрались ценители акустического звука и бардовской лирики. Сегодня здесь вспоминают о характерном голосе с хрипотцой, ставшем достоянием своего времени. Уникальная манера исполнения принадлежала Владимиру Высоцкому, поэту, актеру и музыканту. Это наша эпоха была. Это был голос правды в наше время, наверное. Поэтому мы его все любим. Посмотрите, сколько пожилых людей. Это был луч света в нашем царстве. Моя жизнь. В 12 строчках, а в 13 строчке смерть. Композиции исполняют барды из Иркутска, Саянска, Мегета и других территорий региона. Со сцены поочередно звучат самые популярные произведения Владимира Семеновича. От военных баллад до лирических произведений. Да за острые края задержалась. По словам организаторов вечера, главное для каждого выступающего не исказить стиль мэтра авторской песни, а лишь подчеркнуть эмоциональный надрыв, с которым исполнял свои композиции сам Владимир Высоцкий. Есть такой сибирский бард Николай Шипилов. Ему принадлежат слова «Осторожно ступать, ничего не сломать». Вот мы стараемся ничего не сломать. Именно очень корректное исполнение, так чтобы не испортить ни с песни, ни само впечатление. Всего за время выступления со сцены прозвучало несколько десятков композиций заслуженного барда. Теперь исполнители отправятся с концертами по городам Иркутской области. Артур Харламов, Константин Синицын. Новости сейчас.